Мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, уже сейчас проходят в городе над Бугом. Московская районная организация ветеранов проводит уже не первую благотворительную акцию, приуроченную к этой дате. В этот раз отдыхающие санатория «Белая Вежа» получали подарки от ветеранского актива Бреста. Сегодня мы приехали на эту замечательную землю, в этот замечательный санаторий ветеранов войны и труда с благотворительной миссией. Мы привезли для библиотеки замечательные книги, которые собрали и принесли из своих личных библиотек наш ветеранский актив. Кроме того, мы сегодня уже в третий раз приезжаем с концертной программой на бесплатной основе. То есть это тоже концерт и концертная программа посвящена этой благородной миссии, благотворительный концерт. Сотни томов художественных произведений зарубежных и отечественных классиков пополнили библиотеку санатория и стали настоящим подарком ценителям хорошей литературы. Также в рамках акции был проведен концерт вокального коллектива «Полигон», где прозвучали как давно известные песни военных лет, так и современные эстрадные хиты. Зрители принимали непосредственное участие в мероприятии, уже с первых слов начинали петь вместе с артистами, а особо быстрые и зажигательные композиции превращали сцену в танцевальную площадку. У нас хорошая программа, разнообразная. И военные темы тех лет, и, собственно, и современные. И я с аккордеоном пою, и под гитары. Интересная программа. Положительные эмоции, радость и улыбки на лицах. Главная цель акции была достигнута. Добрые слова в адрес организаторов, выражение признательности и благодарности – лучшая награда за труд и работу всего ветеранского актива. Ведь порой простое спасибо значит больше и ценится гораздо выше любых материальных благ.